сворачивает боксы. Вот на ваших экранах их пит-стоп командира Пакс. Смотрим. На жесткую тоже. Ровно середина дистанции. Ах, и там проблемы правая, с передним. Да. По крайней мере, в отличие от Каллада, он не стал беситься. Белетти тоже очень опытный пилот. Белетти понимает, что провалить вторую гонку подряд было бы катастрофой и перед Каллада. Перед Каллада с Клоссом. Ух-ух-ух! Красной воде Каллада проходит. Дани Клосс нет. Дани будет пробовать в Родионе. Смотрите, по внешней. Очень опасный момент. Очень опасный. Оба. Ух, и ломает крыло. Ломает крыло Стефана Калетти. И тут же атака еще. Фрэнс не дремлет. Фрэнс проходит их обоих. Но он проехал по обломку. Причем обломку, судя по всему, не от кого-то, от них, а уже от предыдущего какого-то столкновения, которое лежало здесь по трассе. После 14-го круга совершил свой Джолиан Палмер. Вот тот момент, когда Калетти выехал с пит-стопа и одного за другим начал пропускать пилотов. Сразу же Каллада, и не повезло здесь Клоссу. Пробовал он по внешней траектории в Родионе. Не прошел этот маневр, некуда ему было деваться, а машина шла быстрее. Ее как бы засасывала даже под АРТ, под Рапакс, простите, Стефана Калетти. А в этот момент мы видим...